Снайпер, снайпер нажимает, байбек моментально, ему долго придется дойти до этой драки. Гэби дерется против Свена, тот под сайленсом, бегает под Сюджем. Эффект дебаф еще от пользы новой висит, тут задеваем, идут ребята из AU и Teams. Кажется, снайпер пришел внезапно через крипов, через тревела, он здесь, он уже стреляет по сопернику. И больно ведь стреляет, минус 3. Рейскинг лишили жизни, Элдар Титан делает байбек, Рейскинг после реинкарнации, БКБ нет. Под фокусом соперника, залетает Шторм, БКБ, Рейскинг долго пожил. Под киксом, надо убить Ориори, БКБ нажимает и будет драться до последнего. Шторм спирит, БКБ закончил своего форстафа, и он погибает, он после байбека. Ори все еще живет, и Ори расстреливает соперника, тиммейты рядом. И они будут догонять всех оставшихся живых, команды TNC. Лишаются еще и Элдар Титана, два персонажа живы только. У команды TNC Гэби прыгивает, а Ори, он без байбека, добить надо, добивает таки Гэби, он смог это сделать, реинкарнации, правда нет, куку уничтожили, остается один Гэби, не спрятаться никак, Распирит его находит роллинг болдер, очередной Гэби, один против троих, 4, но не выстоять. 2, 1, не успевает, не вот успевает. Только сейчас откручивается реинкарнация, ну что, пойдут?